И надо настраиваться на произвольную. У них прекрасная произвольная. Я уверен, то, что там уже будет все хорошо, все замечательно. Настроиться и не думать о том, что было сегодня. Ну, а теперь британцы. Первая пара страны. Лайла Фир, Льюис Гибсон. Очень живенько и такое хорошее впечатление. Видно, что совершенно не давила никакая ответственность. Они просто классно откатали свою программу. Я бы хотел пересмотреть Твизу, потому что ей поставили, партнерши поставили только третий уровень.